Доброе утро. В эфире новости. С вами Владимир Токмаков. Перейдем к выпуску. До 30 рублей подорожает проезд в общественном транспорте для барнаульцев с 1 января, сообщили в администрации города. Так, проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе за наличный расчет и по бесконтактной платежной карте обойдется пассажирам в 30 рублей. По электронному кошельку стоимость составит 26 рублей. Самая низкая цена остается у единого проездного – 24 рубля. А в следующем материале актуальные советы от спортсмена. Перед новогодними праздниками и во время них у многих снижается физическая активность. Моя коллега Алина Пенигина отправилась на тренировку пообщаться с фитнес-тренером, чтобы узнать, как сохранить форму, выполняя дома простой комплекс упражнений. До Нового года осталось всего 2,5 недели. Сейчас у всех к концу года увеличилась нагрузка на работе, и поэтому нет возможности посещать свой любимый тренажерный зал. Но чтобы перед новогодними праздниками и во время не набрать много лишних килограммов, нужно себя поддерживать. А как, мы узнаем у фитнес-тренера Данилы Урляпова. Данила, привет. Расскажи, какой комплекс мы можем делать дома, да, чтобы поддерживать себя в форме? Сейчас у нас первое упражнение. Будет сгибание-разгибание предплечья плюс подъем носков. Сначала мы должны полностью, колени у нас чуть согнуты, живот прижат, поднимаем максимально предплечье и разгибаем. Здесь у нас напряжение идет на бицепс и на трицепс, а также подключаются мышцы ног. Выполняем 20 раз и можно переходить к следующему упражнению. Второе упражнение – это на сведение, разведение лопаток. Подключается весь позвоночник и также подкручивается у нас, должен подкручиваться таз. Максимально свели лопатки, сутулили грудной отдел, потянули к подбородку. При подъеме рук максимально разводим лопатки и тянем к туловищу. Ну, то есть такое упражнение можно делать даже сидя на работе? Да, конечно. Это прям хорошо прорабатывает позвоночник, особенно для тех, у кого сидячий образ жизни. Теперь у нас будет отжимание. Здесь у нас максимально локти должны быть 90 градусов. Максимально стараемся касаться платформы своей груди и выжимать грудь. Сделали так 20 раз и можно переходить к последнему завершающему упражнению. Это упражнение на пресс. Простые, обычные скручивания. Максимально сутулим грудной отдел и стараемся сократить расстояние. То есть у вас поясница прижата? Поясница прижата, да, обязательно, правильно подметили. Стараемся полностью не ложиться на пол, иначе можно вовсе не встать. Новогодние праздники. Ну, в принципе, этих упражнений достаточно, да? 4 упражнения в комплексе. Да, конечно, 4 упражнения в комплексе, и человек уже чувствует энергичность, температура его тела поднимается, и он может дальше, в принципе, исследовать своими делами заниматься. Сколько вот кругов можно делать? 3-4 круга будет достаточно, чтобы человек просто офигел. Спасибо большое. Даже я вот уже немножко вспотела, просто выполнив по одному подходу буквально. Но у меня на этом все. Поддерживайте форму, выполняйте упражнения, не бросайте занятия спортом. Сцена на колесах. Передвижные пункты автоклубы будут работать в некоторых районах края. Их закупят по нацпроекту «Культура». Из федерального и краевого бюджета выделят 23,5 миллиона рублей. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Не переключайтесь.